цирковым артистом. И иногда он любит проверять возможности других. Вы выходите первым, но во время вашего выхода соперник должен стоять на руках. Мы поможем тебе. Подожди, она может стоять на своих руках или на других можно руки поставить? Ну, да я хочу. Карта! О, черт! Это гамбит, защитная карта. Любит играть не только с картами, но и с людьми и немного перетасовывает их. Вы сменяете двух судей на двух других людей на вашем уровне. Кого меняешь? Кого? Так, вот, по зомби, Клаудио, спасибо. Вы можете сесть. До свидания, ребята. В другой раз. Так же Тукова судят. Так же. Настя Тукова. Эстония. Друзей. Просто друзей. Энди, подойди, возьми карту. Энди, Настя Дрожжина. Знаешь, как ты должна брать двух судей? Получается, мама стоит на руках. И лавочку вынести. Все, погнали! Тема, запускай! Давай, смотри. Давай скрываться к нему. Погнали, погнали! В голове в кровь циркулировалось. У меня у самого как будто, знаешь, что же? Судьи! Раз!